Сегодня наши ребята играют Дизель. Это рок-бар Дизель, это, короче, байк-клуб. Здесь происходят концерты, трэш, угар и... Приходите сюда сегодня, пожалуйста, прямо сейчас. Мы здесь все. Это моя стихия, боже мой, особенно вот это. Спаркс, привет! Мультитапс в полном сборе. У нас дабстеп в программе, поэтому давайте потусуемся. Это тусовка, 2010 года. Я уже взяла два пакета самых тяжелых. О! Карандаши возьми. Че, как провожать свою девушку? Чудесно. В 9 утра. По твоему лицу прям видно счастье. Я просто соскучусь сзади. Сейчас у меня опять начнется гори жопа, потому что я сяду в самолет. У меня одна пересадка. У тебя почему? Да, потому что эту песню, блядь, ебаную спела, но теперь в голове она сидит. Попу мыть нужно каждый. Моя собака, если ее там видно. Нихуя там не видно. Видно, палит меня в окно. Все. Только она куда-то наискось смотрит. Мне кажется, не тебя палит, а других собак. Несса! Только если бы ты тоже мог лапу сейчас. Метров, 15 сантиметров. Пися стоячим. 15 сантиметров. Попу надо мыть. Хит-парад какой-то, да? Хит-парад охерительных песен. От меня. Сереж, я полетела. Пока. Я лечу. Я полетела! Ты не полетела еще. Я лечу уже. Надеюсь, вы летите успешно. И ничего с вами не случится в дороге. Я буду плакать.
Я тоже. Эх, хороший самолет, пожалуйста, долети спокойно, я хочу сегодня жить еще. Ла-ла-ла, зелененькая птица, люблю тебя. Вот так встречает Питер. Все, вот так вот встречает Питер. Едем гульбанить. Гулять! В Питере погода просто супер. Я не знаю, что с ним случилось. По-моему, что аномальное произошло с Питером, то, что реально очень тепло. Очень. Помогите! Говно! Радио ВП всегда с вами! Через 300 метров поверните направо. Молодость помню. Господи, я обожала фактор 2. Я помню, даже пиздила людей за кассету. Питер что-то делает со мной! Пойми, ведь я всего лишь на всего хочу. Тебе понравится, тебе понравится. Ведь на такое место просто так не присесть. Понял. Короче, выговор тебе неофициально. Оставь ее в покое. Ты пацан нормальный. Захлопну дверь, я выхожу из кабинета. Не знаю, мне сегодня не поможет сигарета. Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Она со мной не дружит. Мне нужны друзья. Сейчас немножко погрусти. Босиком по комнате. Просыпаюсь спать в электронном омуте. Твоего привет, это бред, незнакомый мне. Но теперь на всю страну кричу, я тебя. Сейчас припев, подожди. Сейчас припев, все будет. Минуты мои искусства. Давай навсегда! Но вдруг повезет в этот раз! Такая просто шляпа. Вдруг повезет в этот раз. Мне скоро надо будет выступать. Я распеваюсь. В глазах всегда хрусталь. Длится стекло. Уже с ума стала, как сталь. Просто не везло. Кофе натощак. Вспоминаю тебя в мелочах. С голубыми глазами в белом. Иди. Давай навсегда. Выглядит на самом деле, мать его! У меня водила, короче, ганста 90-е. Ребята, мы здесь рулим, не вы, не вы! Какой красивый Питер вообще, особенно когда в нем тепло. Вообще огонь. Еще песня за душу такая, да? За жизнь! За жизнь! И все вместе! Да! Блять! Мимо! Мимо! Пропадают миллионы навек. Кофе мой. Музыка мой. Где мой Starbucks? И все, что вокруг. Это твой Starbucks. Небо мое. Я могу ее сыграть на гитаре и спеть вообще. Пока
мы вдвоем. Точно не будем спать. И тут пошел кофе мой друг. Твои голубые глаза наполняют меня, а улыбка счастья нового дня. Я никогда не думал, что будет так больно, но ощущаю, как сердце вонзает. О, правильно, мой человек! Давай бах ночевать кинем. В окно? Нет. Сейчас к этим дом будем проезжать. Сейчас бутылкой запыльнем, подожди. Где он? Сейчас. У меня под окнами. О, сейчас, передадим привет. Привет! И вот это, да? Катюха, привет! Катя, это была... Катя, что это была шутка? Помогите, Лена сошла с ума! Лена, пожалуйста! Блять, она со скоростью света несется! А теперь ударимся по скидке. Means you don't know me too. And I know that she has got so much love in her heart. Letting it out. Наркотики, алкоголь! Там под окошком еще сюрпризик оставила, не переживай. Так что я надеюсь, та шваля, о которой ты говорила, уберет сегодня. Дорогая моя, я к тебе и не напрашивалась. Я просто проезжала мимо и увидела какое-то вот... Что-то вот, знаешь, воняло как-то. Вот я сразу поняла, что это твой дом. Да, блядь, может, поменьше поедем, пожалуйста! Блядь, я серьезно, я сейчас обосрусь. От страха, ну реально. Потише, потише! Братиша, потише!